Женщина считает, что если она родит мужику ребенка, то она его привязала к себе навсегда. Почему-то они так думают все. Хотя это не работает никогда абсолютно. У нас количество неполноценных семей таково, что я вообще не понимаю, как люди могут думать, что это именно так и работает. У нас же совершенно распространенная нормальная практика, типа замуж по залету. Вообще норм. И следовательно мы получаем там мужика, который гуляет, либо женщину, которая гуляет, либо оба гуляют. А ребенок предоставлен сам себе, сидеть в телефоне, на телефон только заткнуть. Нет большой хитрости в том, чтобы жениться или зачать. Чтобы жениться, нужно пойти в ЗАГС. Чтобы зачать, нужно поздно вытащить. Огромная ответственность у людей, в первую очередь, должна быть перед тем, как ты воспитаешь то, что у тебя родилось. И какими способами ты сохранишь свою семью, если ты ее решил завести. Вот здесь уже нужно подумать. А во всех остальных случаях думать особо не надо. Жениться и зачать ребенка – дело не хитрое.